если вы обладательница нестандартной фигуры, но вдруг в магазине вы увидели платье, которое идеально на вас сидит, не переживайте, если оно не очень нарядное. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Такая история произошла у нас с Натальей. Наталья – обладательница нестандартной фигуры. Маленький рост, узкие плечи и так далее. Поэтому купить повседневное платье – целая проблема. Поэтому, когда она встретила платье, которое идеально село, то она купила его, не задумываясь, потому что знает, что любое платье можно облагородить и превратить, ну, если не в праздничное нарядное, то, во всяком случае, платье с изюминкой. Так как мы знали, как мы будем решать эту проблему, то мы решили провести эксперимент и спросить общество, как они бы справились с этой задачей. Часть сказала, что они бы не купили такое платье, которое подлежит модернизации. Очень много людей предложили ничего не делать с этим платьем, а использовать либо яркие цветные платочки, либо палантины. Было предложение использовать брошку, либо длинную цепочку и длинные же серьги, а также предлагали бархотки и всевозможные колье, которые надеваются прямо на шею в виде широкого ошейника. Были предложения сделать кружевной воротничок или расшить перед мелкими бусинами, стразами, вышивкой. Но мы с Натальей решили поступить несколько иначе. Мы поехали в магазин и купили вместо пуговиц обыкновенные бусы из плоских натуральных камней, которые легко могут служить бусинами. И расшили это заурядное платье мышиного цвета по круглой горловине. А также пришили эти бусины на рукава вместо тех пуговиц круглых, которые там были. На наш взгляд, платье стало более нарядным. Оно не ушло из разряда повседневных, но оно стало более симпатичным, более нарядным. Когда мы выбирали, какой камень подойдет нам для расшивания горловины, то мы использовали маленький секрет. Мы подбирали бусины не только к цвету платья, но и к лицу, потому что неправильно подобранный цвет, который не подходит по цветотипу, может сделать лицо болезненно желтым, либо болезненно красным, синим, и вместо того, чтобы освежить это платье, вы будете в нем выглядеть больной. Поэтому мы выбрали среди камней, которые мы перебирали, именно камень родонит. Он идеально подошел к Наталье по цвету кожи и создал на этом сером платье розовые вставки, потому что родонит розовый серым. На наш взгляд, получился замечательный результат. Согласны ли вы с тем, что платье стало выглядеть по-другому? Как бы вы поступили на нашем месте?